Друзья, всем привет! Сегодня мы на нашем канале с новым видео, в котором мы вам расскажем и покажем новую модель от WattsMiner M60. Производитель заявляет 176 терахэшей при потреблении 3345 Вт. Мы запустим устройство, проверим все его режимы работы, ну и, конечно же, посчитаем доходность на сегодняшний день. Итак, друзья, никаких конструктивных особенностей либо изменений, все такой же привычный для нас форм-фактор, 3 хэшборда, 2 вентилятора, блок питания и контрольная плата. Сейчас ASIC подключен, и мы его запускаем в работу, чтобы проверить заявленные характеристики. Ну что ж, мы зашли на наш ASIC, он уже у нас работает. Сейчас сразу посмотрим на вкладочку Overview и на его точную модель. WattsMiner M60 VK20. Контрольная плата A616, ну, блок питания P221B. Сейчас смотрим майнер статус. ASIC уже у нас вышел в рабочий режим. Тюн закончен. Напомню, вот напротив каждой платы должны быть вместо ноликов единицы. Так, что мы получили? 143,3 терахэша при потреблении по прошивке 2584 ватта. Это режим low. Но мы будем смотреть на потребление из розетки. И вы можете видеть вот на экранчике 2674 ватта по ваттметру. Так, сейчас мы переводим наш ASIC в следующий режим работы. Опять же ждем, пока он оттюнится, и опять смотрим на его параметры. Так, теперь режим Normal. ASIC уже вышел на свою производительность. И что у нас есть? Это 179,8 терахэшей при потреблении из розетки 3660 ватт. Прошивка показывает немножко меньше. Так, теперь мы переключаем ASIC на следующий режим. Это режим High. Сохраняем. Напомню, что для работы ASIC в этом режиме у вас напряжение в розетке должно быть не ниже 230 вольт. Иначе ничего работать не будет. Итак, последний режим, режим High. У нас по нему 187 терахэшей при потреблении из розетки 3913 ватт. По прошивке опять немного меньше. Итак, теперь у нас есть все данные для расчета доходности. Для этого переходим на наш сайт bixby.io, заходим во вкладку «Калькулятор» и слева вводим полученные данные. Все сделаем для примера по режиму low, остальные по аналогии. У нас получилось 143,3 терахэшей при потреблении 2674 ватта. Стоимость электроэнергии берем 4 цента за киловатт-час. Итак, для этого устройства у нас получается, ну, почти $13 в сутки. Если стоимость электроэнергии у вас отличается, вы можете спокойно зайти в калькулятор, ввести актуальные для вас данные и получить актуальную для вас доходность. Все остальные расчеты проводим и сводим все в табличку, которую вы можете видеть на экране. Друзья, ну а на этом у нас все. В следующем видео мы уже покажем работу этого устройства на нашей прошивке. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до скорой встречи! Thank you.